Коллеги, всем привет! Еще раз с Днем энергетика, всех поздравляю! Ну как в нашей работе без юмора, да, без шуток, хоть и серьезно у нас работа. Ну вот я сейчас работаю в электроустановке 0 кВ и даже не знаю, как это, вот это видео назвать. Короче говоря, коллега со мной работает, ну, какой-то вообще ненормальный, сейчас я его покажу. Пришел без спецодежды, без нифига. Я говорю, ты откуда вообще такой взялся? Он говорит, так я только с армии пришел. Ну, блин, короче, его приодел как мог. Вот, ну, думаю, если сейчас инженер по охране труда приедет меня проверять, то у меня сразу и четвертый талон вырвет из удостоверения, и все, и пипец. Ну, ладно, вот, короче говоря, вот этот, вот он, этот товарищ, даже не знаю. Предлагайте свои варианты под роликом. Кто он у нас? Член бригады, наблюдающий или руководитель работ или производитель работ? Ну, на производителя он не тянет, конечно. Или выдающий разрешение на подготовку рабочего места, да? Ну, скорее всего, наблюдающий, да? А может, как вариант, подумаем, сколько нарушений в спецодежде у него здесь есть. Ну, короче говоря, немножко юмора за праздничным столом, если будете сидеть. Я буду рад, если вы в комментариях напишите. Вместе посмеемся. Ну, у нас сегодня праздник, так что куда ж без юмора. Ладно, всех коллег еще раз с Днем энергетика. Всем спасибо, кто меня поздравил. Очень-очень много поздравлений. И Егор Горицын меня поздравил. И многие компании-производители поздравили. И Сергей Панагушин, там Богдан Симкович и много-много друзей, коллег. Всех с праздником, ребята, еще раз.